Приветствую. Хотел бы показать вам одну мастхевную вещицу. Что это, блин? Это шлем стальной. Олдскульный. Взять на него просто из ткани, какой хотите, камуфляжный. Сделать чехольчик. И держать дома. Для чего, блин? Очень просто. Возможно, всякие метеоритные дожди и прочее. Очень полезно иметь в хозяйстве. Лежит, есть, не просит. Если что, можно кашу сварить. Гречку, которой, кстати, все меньше становится. Ну вот, рекомендую. Стоит 300 рублей. Так что найдите и купите.